20 копеек 1934 года. Это очень редкая и ценная монета периода советского государства. Тираж 20 копеек в 1934 году практически полностью был отправлен на переплавку из-за большой доли брака в выпуске. Сегодня достоверно известно только о двух оригинальных монетах 20-копеечного номинала этого года. Один в коллекции Эрмитажа, второй в музее Госзнака. Оценки эти раритеты не имеют. Однако некоторые коллекционеры могут похвастаться новоделом 50-х годов. Таких образцов сейчас насчитывается немногих больше 20 штук. Если выставить подобный экземпляр на аукцион, то его цена поднимется заведомо выше 300 тысяч рублей. Штемпеля для разменных монет из мельхиора образца 1931-34 годов в СССР делались по эскизам Васютинского, которые отличались от предыдущего оформления массой мелких деталей в рисунке. Работа для гравера в ЛМД оказалась слишком сложной. Процент брака выходил чересчур высоким, поэтому в 1934 году было принято решение упростить с будущего года оформление штемпелей, а уже отчеканенный бракованный тираж 20-копеечных монет полностью уничтожить. Сегодня в нумизматических коллекциях 20 копеек 1934 года можно увидеть только новодельные 50-х годов. Если этот ролик про ценные 20 копеек 1934 года был интересен и полезен, просьба поставить лайк, а также подписаться на канал. Буду рад видеть вас в своих группах в соцсетях. Ну а также не забывайте смотреть старые ролики из цикла подборок «Кто не выбросил, богатый».